Всех приветствую на старых играх. Давненечко у нас, ребят, не было соло прохождения игр для Atari. Я вот тут поиграл в эту игрулечку, прикольная, она 82 года, но для своего времени она довольно-таки выглядит замечательно. Ну, я не буду объяснять, как в нее играть. В общем, цель игры, основная цель, я уже понял, надо сбить верхние корабли. Или верхние корабли, или вот эти вот розовые бомберы. Ну, то есть именно игровой прогресс, он продвигается после того, как ты уничтожаешь верхние корабли. За сбитые подлодки дают просто очки. За них прогресс не дается. Видите, вот эта рыбка появляется и периодически ее в нижняя подводная лодка скидывает в виде бонуса. Если ты успеешь схватить то, что на рыбке такой квадратик, пополняется максимальное число топлива и торпед наших. Ну, в общем-то, пока так вот. Давайте поиграем, посмотрим. Ну, походу будет видно. Конечно, награда быстро идет. Здесь надо очень быть аккуратно. Эти корабли, по ним бесполезно стрелять, они отражают торпеды. Они неубиваемые, короче. Видите, я вот успел рыбку скушать. Управление здесь довольно плавное, то есть в плане управления я, да, вот видите, успел, вот, если не успеваешь взять топливо, его может сожрать вот эта какая-то штука летающая, какая-то челюсть, непонятно челюсть. О, mission complete, там быстренько мы прошли. Ну, говорю, пару часиков я в эту игру залип сегодня, ну вчера точнее говоря. Я, ребят, ночью играю. Злые комары не дают поспать. Поэтому я решил время потратить с пользой. Берем топливо еще раз. Да, все, я успел. Мой скилловый. Так, по подводным лодкам я понял, они летят в основном по одной пока. Пока по одной летают. Видите, челюсть успела сожрать, скотина. Но не своих, и чужих бомбят. Тут вообще какая-то заруба непонятная происходит. Правда, вот у меня топливо уже, и ни хрена не остается. Ладно, миссию-таки мы прошли все-таки. Здесь переход топлива, ребят, происходит на новый уровень. То есть топливо надо постоянно будет брать. Вот. Бонус на кренька выпала. И брена опять ее не успел взять. Она каждый раз в разное время выпадает. Ну, все, out of wheel, да. Ну, пока две жизни еще имеется у нас. Опять-таки, нет смысла эти подлодки сбивать, тратить на них торпеды наши.
успеть. Да, я успел однозначно. Вот эта челюсть нас не убивает, летающая. Ну, что бы это ни было, это челюсть вроде какая-то. С виду. Я хз, что это такое, но оно... Молодец, своего же завалил. Опять я успел. Я молодец. Как они же свои хвалят-то? Четко. Умеете, могете. Отлично, ребята, отлично. Третья миссия. Еще быстрее можно? Так, так, так. Блин, так я ж вроде как бы успел взять ее. Что-то меня не засчитали. Так, не успею, да? Наверное. Побудем ракет у меня и топлива ни хрена не осталось. Чё? Вот. Ну, пожалуйста, help. Зараза драная. Я не знаю, как раз зацепило меня этой бомбой. Странно. Я надеюсь, не заново придется проходить всю миссию. Вроде как БЧ я тут набил уже. Ух ты, вот почему-то сейчас у меня бомба... А, ну она, видимо, раньше времени взорвалась, понял. Сейчас кит вылезет, да? Нет, не вылез. Тут бывает еще какой-то кит вылазит, какая-то рыба странная. Розовая. Я не совсем понял, почему она вылазит. Чё, это мне надо? А чё ж вы на свои бомбы не нарываетесь? Вот так можно было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё происходит-то? Я успел. Нет, я не опять не успел. Ладно. Страшно-то какие.
Да неужели? Не может быть. А, теперь они еще и стреляют. Ну, вообще офигенно. Так, а мне же срочно топливо надо. Дайте топливо, пожалуйста. Отлично. Я прям над ней. Ребят, творится ужасы творятся на экране. А, торпедки, если две торпеды попадают, обе взрываются. Я понял, ребят, обе торпеды попадают, если ты стреляешь двумя торпедами, обе взрываются. Ну, как именно, да, и та же самая мина. Ну, я успел? Я ни хрена не успел. А что ж делать-то? У меня 7 бомб осталось. Ну, как-то надо вот попробовать продамажить вот эти корабли. Там, блин. Не получится. Не слишком быстро летят. Ага, молодец, помогай. Помогай. Надежда осталась на вот этот кораблик. Уж ни хрена-то не осталось времени. Ну. Есть, я успел. Теперь можно погеройствовать. Ты куда? Попёрла. Прям на меня засранка. Зашквар какой-то. Блин, реально офигенная игра. Ать, как я ее перед носом. Хитрожопая птичка была. Ага, топите своих, молодцы. Эти торпеды меня что-то ими как-то смущают. О.
успею еще раз. Есть, ребят. Круто, круто. В игре 5 миссий все-таки, да. Ну, я просто геймплей уже смотрел. Все-таки, ребят, эту игру мы осилили. Но вот реально игра по приколу. Вот она реально на скиллы, на скорость, на реакцию. Да вообще на все и на думалку. Я не жалею. Ставьте, ребят, лайки. Если вам игра понравилась, пишите, ребят, обязательно комментарии, чтобы как-то хотя бы продвигался канал в рекомендуемый зрителям. Можете просто там привет, как дела написать, неважно, ребят. Главное, какой-нибудь комментарий напишите, не злой только, пожалуйста. И, ребят, желающие поддержать канал любым способом, ссылочки в описании оставлю. Всем настроения, до новых встреч!